У нас, понятно, тоже хуёво начали бьё. О, заняли положение, На телепорте. Не. Я его на финал позову. С ней вместе. Да. Какой ментов? Момент, блядь. Короче, блядь, не отвлекай. Тут анализ идет. Жесткий. Да. Ну я их уже вывел все. Лайфер слабость, она чаще.
Джоповый хуй. Тут ударение надо поставить грамотно. Спаковский. Анализ Спаковский. Так, ну, октагон они точно возьмут. Но это не точно. Ну смотри, кадр какой, конечно, не надо списывать. Пока что самыми слабыми тимами кажутся Егоры и Сентры. Сам Сентры что-то играет. Никак надо.
Ну вот, нехуй. Зато Резидент играет. Какой раз, третий был. Пломбир заливает чуть. Пломбир, пломбир успел. Бля, негатив сегодня так играл, я охуел. Я думал, там Эвил сидит. Он еще долго будет идти. Годом до 23-го.
Рвер разыгрался. Нежный пришел. Не, хочешь на карту лететь? На следующий. Мы тебя с Евгеном возьмем. Короче, блять, видимо, он проголосовал за этого пидора, и его взломали. Я, в принципе, на сайт зашел и сам подумал, что что-то как-то мутновато. Ты мне только подтвердил. Не, я на самом деле еще до этого даже понял до сайта, знаешь почему? Потому что мне он писал на шведском. Видимо, его какой-то швед сломал и от его аккаунта писал всем. Team wins.